Назрел современный вопрос, добровольный, так, как правильно приветствовать друг друга в Великий пост? Можно ли говорить со святым вечером? Но если вы утром встречаетесь, то смысл вам говорить со святым вечером, если это не вечер. А встречаться, значит, для того, чтобы правильно разговаривать, надо все время как бы иметь у себя такую задачу, как бы правильно говорить и посолить Словом Божиим свою речевую деятельность. То есть, например, вы можете говорить «Слава Богу» и приветствоваться, например, да? Как вот, ну, это то же самое, что мусульмане говорят там «Иншалла», например, там, да, то есть там, ну, слава, короче, «Слава Богу» всегда. Мы тоже можем говорить на нашем языке, не на арабском. «Слава Богу» или там «Господь с вами». Там можно спрашивать друг друга, как молитва. Там, или там «Пост, да будет вам во спасение». Такое благопожелание. То есть речевая наша деятельность, она должна быть благословенной. Должно быть благопожелание. Без сквернословия, без проклятий, без суеты и мусора словесного. Поэтому вот вам на выбор. Как бы встречаете человека утром, днем, какая разница, и говорите ему, допустим, если точно свой, говоришь, Христос посреди нас. Он отвечает тебе, есть и будет. Или говоришь ему, слава Богу за все. Он говорит, аминь. Вот и поздоровались. Или говоришь ему в период поста, пост святой, да будет тебе во спасение. Он говорит, аминь, и тебе, брат. Вот и поздоровались. Понимаете? То есть, а какими буквально, точечно эти фразы могут быть? А здесь у вас широко открыта дверь, так сказать, интерпретации, возможностей. Вы же умные люди, вы сами все можете придумать и понять. Просто я даю вам направление мысли.